28 сентября в Десногорске прошел большой праздничный концерт, посвященный 75-летию атомной промышленности России. Мероприятие объединило всех жителей Атомграда, независимо от рода деятельности, а площадь у городской администрации стала центром притяжения горожан до позднего вечера. Хочу поздравить всех вас с замечательным праздником, свойственным для нашего города, для жемчужины Смоленщины. Это день работника атомной промышленности, который в этом году перерос в большой юбилей. Город атомщиков Десногорск вносит свой значимый вклад в атомную промышленность с 1982 года, когда Смоленская АЭС стала частью единой энергосистемы России. С тех пор все больше горожан видят свое профессиональное будущее в стенах Смоленской АЭС. В этом городе, в этом жемчужине Смоленщины живут абсолютные патриоты нашего дела, которые посвятили свою жизнь и строительству и эксплуатации атомной станции. Именно атомщики демонстрируют слаженную, результативную работу. Вы подаете пример умелого хозяйствования, эффективного внедрения самых современных технологий, передовых достижений научной мысли в жизнь. Творческая часть праздника прошла с участием местных коллективов. Специальными гостями вечера стала арт-группа «Сопрано» турецкого. Также состоялся телемост, который объединил 25 атомных городов России. В эфир из Десногорска вышли генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов и участник проекта «10 песен атомных городов», работник Смоленской АЭС Владимир Платонов. Трансляция «Переклички городов» шла на протяжении 5 часов в эфире телеканала «Россия-24».